концепцию проекта «Новогодний Кузбасс» «Большие сибирские каникулы» заложено 12 форматов отдыха. Кузбасс станет одним большим праздничным пространством, чтобы и молодежь, и взрослые побывали на разных площадках, увидели многообразие культуры и традиций родного региона. Главная цель – сделать регион центром новогодних путешествий, причем не только для кузбассовцев, а узнать, что, где и когда происходит, помогут визит-центры. Сегодня мы становимся культурной столицей для всего Сибирского округа. Это такая задача перед нами поставлена нашим губернатором, и я думаю, что она очень актуальна, потому что те учреждения, которые сегодня уже работают в Кузбассе, те учреждения, которые будут скоро сданы в эксплуатацию, они дают нам не только возможности, но еще и определенные обязательства, чтобы жители всего Сибирского федерального округа и нашего Кузбасса, конечно, об этом знали, что же происходит в учреждениях культуры. Задача любого визит-центра – это собрать все те услуги, которые проходят сегодня, мероприятия, фестивали, программы, мастер-классы, выставки, спектакли, многие другие мероприятия, и об этом рассказать. Вот самым таким, наверное, удачным местом для визит-центра является музей. Почему? Ну, ведь для кого не секрет, что музей – это визитная карточка любой территории. И это очень хорошая институция, которую знают все. Главный визит-центр Кузбасса уже заработал в Кузбасском краеведческом музее. Мы постарались создать пространство, которое наполнено праздником, атмосферой этого праздника, атмосферой волшебства Нового года. Все-таки это особенный праздник, который, наверное, ждет каждый человек от мала до велика. И вот эту вот атмосферу мы постарались передать. Кроме того, это не только вот такое пространство комфорта, уюта, красоты, но и это пространство, в котором мы будем уделять большое внимание тому, чтобы аккумулировать здесь информацию и распространять эту информацию среди тех, кто к нам приходит, среди наших посетителей, гостей нашего города, наших жителей, гостей региона. Мы думаем, что к нам приедет много гостей в Кузбасс во время новогодних каникул. И визит-центр, вот мы ставили себе задачу сделать визит-центр таким, знаете, эпицентром праздника, эпицентром, откуда волны информации о празднике будут расходиться по всему Кузбассу. Такие же визит-центры будут открыты 1 декабря еще в 32 муниципальных образованиях Кемеровской области. В Ленске-Кузнецком визит-центр будет работать на базе городского краеведческого музея. Он поможет жителям и гостям города сориентироваться в большой праздничной программе, выбрать мероприятия для себя и своей семьи. На время новогодней кампании в Кузбассе запланировано более 2000 мероприятий разных форматов. Галина Ильина, Риа Ленинск.